Палы бізім аналар, малілер, кіз кардашлар, колегалар, кіз аркадашлар. Кутларым хепсіні, гюзель, ілк яс юрту сумнан, мардын секізіннен. Женщины дают жизнь. Безграничная материнская любовь оберегает и защищает человека на протяжении всей его жизни. А какой огромный труд и ответственность вкладывают в воспитание детей многодетные матери. Особая мудрость женщины проявляется и в том, что она хранит семью и традиции рода. Женщины берут на себя все повседневные заботы по дому, много работают и при этом сохраняют женственность, нежность и оптимизм. Женщины несут красоту и свет в этот мир. Наши гагаузские женщины учат и лечат, развивают свой бизнес, занимаются политикой, строят и созидают, и делают свою работу профессионально и ответственно, с любовью. Адерым безя гюнешли берхавис, щенник хембюк кисмет.